Продолжаю запись. Файл я перекинул. Третий на сегодня файл.
почти 28 градусов. Сходи в туалет. Сначала хочу развеситься. Без кармана не вспомнил. Я бы съел эти шесть яйца. Сейчас приду. Вот здесь дело все в том, что весы у меня такое деление 100 грамм показывает. Видать, там было не четко 76,1, а немножко меньше. Думаю, 150 грамм мочи точно получилось. Короче, вот. Такие книги, которые можно читать вечно и не оторвешься. Несмотря на то, что я ем одни яблоки, я не чувствую усталости, немножко глаза болят. Но и к этому можно привыкнуть.
общем, за сутки я обработал 3 дня. Компьютер обработал 3 дня. А у меня один файл, блин, обрабатывался сутки. Вот так, конечно, какие настройки. И следующие 2 файла. Интересно посмотреть. Что звук, ну никак не хуже, блин, да. Какая же тут настройка должна быть, не знаю даже. Качество уже получше будет. С этим звуком можно увеличить качество, сделать. А хотя бы так. Ну, кодек MP3. Сгустею. Увеличим. Не больше 200. Не больше 200. И добавим текст. Windows компрессор, а телезвук не воспроизводится. Кодек MP3, каналы, стерео, частота 11.25 Гц, 64 килобит. Попробуем так.
понеслась. Ладно, я полотенце вынесу. Надо будет еще.